Крушение парусной яхты «Виндсонг». Это судно было четырехмачтовой моторной парусной яхтой, которая использовалась в качестве круизного лайнера компанией Windstar Cruises с 1987 по 2002 год. Была построена компанией Atelier's et Chantiers du Havre во Франции и спущена в августе 1986 года. Ее длина составляла 134, а ширина 16 метров, достигала максимальной скорости в 11 узлов и могла вмещать до 159 пассажиров. Яхта «Виндсонг» принадлежала к необычному классу судов, спроектированных как современный круизный лайнер, но несших сложную систему управляемых компьютером парусов на четырех мачтах. Обычным маршрутом судна был круиз между островами Французской Полинезии и Багамских островов. 1 декабря 2002 года, согласно рассказу пассажиров, пожар в машинном отделении вынудил их сесть в спасательные шлюпки в 3 часа утра, где они надеялись остаться только до тех пор, пока пожар не будет взят под контроль. В 5 часов утра в носовой части судна раздался небольшой взрыв, и капитан отдал приказ его покинуть. Все 127 пассажиров и 92 члена экипажа были благополучно эвакуированы. Пассажиры были доставлены паромом на соседний остров Реатиа. После того, как они были доставлены туда, в течение дня они отправлялись регулярными и чартерными рейсами Air Tahiti в Папиете. Французский флот потушил пожар и отбуксировал судно в Папиете, где экспертиза показала значительные повреждения инженерных помещений, хотя пассажирские помещения в основном остались целыми. Впоследствии военно-морской флот потребовал компенсации за свои услуги, и правительство Французской Полинезии конфисковало парусное судно. Владелец судна не желал оплачивать связанные с этим расходы, и даже сдача на слом была неэкономичной из-за небольшого размера судна. 22 января 2003 года с согласия Holland America и Carnival президент территориального правительства Французской Полинезии Гастон Флосс приказал затопить судно. Той ночью судно было отбуксировано в Лунное море между Таити и Муриа и затонуло на глубине 3 километра.